В преддверии Дня Победы 25 апреля в онлайн-кинотеатре «Иви» состоялась премьера четырехсерийной военной драмы Игоря Угольникова и Александра Балахонова «Позывной журавле» о советских военных разведчиках. Сериал о буднях советского взвода разведчиков в разгар Великой Отечественной войны основан на реальных событиях, происходивших на Смоленском направлении фронта в 1943 году. После онлайн-показа планируется телевизионная премьера на НТВ. Главные роли в картине исполнили Владимир Веревочкин, Александр Бухаров, Юлия Афанасьева, Михаил Евланов, Алексей Шевченко, Мария Звонарева и другие. К сожалению, второго сезона сериала «Позывной журавли» не будет. История завершена. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.